зеленый, да. Но так как я из серии уставших сетевиков, мне надоело заниматься ими, тому, чтобы, ну, человека, знаете, ему нужно продать продукт, зафиксируешь, да, что ты там через месяц он тебе должен купить, а он его еще не потратил. Ну, в общем-то, в конце концов я завязала сетевыми, сказала больше никогда, да. И я, в общем-то, была в поиске чего-то интересного, и мне хотелось такую компанию, чтобы я могла предоставить услугу, но чтобы это сильно от меня не зависело, да, и чтобы человек мог этим постоянно пользоваться. И вот как раз-таки в прошлом году мне дали и показали компанию CityLife. Честно говоря, на первой встрече я практически ничего не поняла, но я поняла, что это качественный продукт и очень классная идея. И я сразу, в общем-то, купила эту карту, да. В чем же все-таки идея компании CityLife? В том, что это очень классный, да. Если взять сервисы, скажем так, сервисы Советского Союза, да, это какой бы сервис? Ага, тетечка, брови домиком, да, и натянутая улыбка. И по одному взгляду понятно, блин, что, блин, промолчать лишний раз, ничего не сказать, да. Затем пошли сервисы в конце 90-х, там, 2000-х, да, пошел сервис скидок, да, так как очень много стало появляться очень разные торговые точки, да, стали предоставляться разные программы лояльности. Ну и в последнее время, понятно, рынок перенасыщен товарами, услугами, да, и каждый борется за своего клиента и дают свою уникальную программу лояльности. И эта уникальная программа, она себя уже изживает, да. И что же дали мы? Мы дали несколько направлений. И одно из направлений – это как раз-таки сфера, которая повышает программу лояльности. Мы работаем в направлении, это кэшбэк-сервис, то есть сфера для клиентов, для нас, для потребителей, да, которая помогает улучшить качество нашей жизни. Второе направление – это мы работаем с предпринимателями. И третье направление – это мы улучшаем сферу жизни, работая с корпоративными крупными клиентами. И сейчас, ну, давайте я вам покажу сейчас. Звука нет. Нет, не слышно. Только я, наверное, не слышу. Может, кто-то еще не слышит? Ну, у тебя просто звук выключен. Включи свой звук. Ой, нечаянно нажала. Ага, сама нажала. Так, компания CityLife, мы как компания существуем с 2015 года. Да, масштабируемся уже в 9 странах мира, я вам их покажу, когда сделаю демонстрацию экрана. Да. Мы сотрудничаем с очень крупными сетями, да, которые предоставляют совершенно разные услуги, и большей части вы о них все знаете. И также мы работаем с заведениями, которые находятся на земле, да. И работаем уже с более чем 10 тысяч точек у нас, да, по России. И в нашей системе достаточно большое количество VIP-клиентов, да, которые пользуются нашим приложением. Что мы даем? Мы как компания даем это единую карту, да, она представляет физическая единая карта, вот такая вот. Одно приложение и один сайт, через которую можно делать разные виды покупок и услуг. Все мы пользуемся, да, разными видами, и до этого, да, может человек сказать, да, но смотрите, например, каждый магазин, он дает свои бонусы, и эти бонусы накапливаются только в этом магазине, да, они привязаны к определенной торговой точке, и мы не можем их потратить, пойдя куда-то в соседнее заведение. Что и у нас накапливается, помимо того, что много бонусных карт, да, и как обычно в нужный момент этой бонусной карты нету, при этом бонусные карты эти постоянно сгорают. А что же даем мы? Мы даем, вот как я показала, да, одну единую физическую карту, приложение и сайт, в котором можно накапливать все свои бонусы, да, и при
эти бонусы никогда не сгорают, да, а только накапливаются, и вы их можете потратить в тех заведениях, в которых вам хочется, и которые сотрудничают с нашей компанией. Ну и чтобы, как говорится, не быть громогласной, да, я сейчас зайду, сделаю демонстрацию экрана и покажу вам, что мы собой представляем. Сейчас мы разберем с вами все по порядочку. Вот я за... Всем видно, девочки? Мы заходим сейчас в наше приложение City Life. Видно. Угу. Вот, сразу нам выходит, это доступ ко всем федеральным сетям. А я думаю, вы многие знаете. Да? AliExpress, Aviasales, Booking, да, сайт, который я объединил, предприниматели, да, которые держат магазины. Магазины были и до Алиэкспресса, но Алиэкспресс просто соединил всех с собой, да, между собой, то есть поженил нас как клиентов и предпринимателей. Что сделал Booking? Да, Booking по всему миру дает предоставление услуг различных гостиниц, да, и объединяет нас как клиентов. Мы можем зайти на этот сайт, выбрать отель в любой точке мира, заказать его, да, и приехать в него. Booking за это ни одной своей гостиницы, да, получает проценты от того, что он соединил меня с гостиницей в той точке, где мне нужно. Я думаю, многие федеральные сети здесь вам совершенно... Эти сети, мы, заходя в эти сети, можем совершать онлайн покупки. И при этом можем экономить втройне. Ну, давайте, к примеру, да, возьмем магазин Беру. Он сейчас более актуален, так как все сидим дома. Вот. Ну, когда заходим на сайт, здесь, конечно, нужно прочитать, какой вид кэшбэка на какие услуги дается. Затем делаем «Начать покупки». Так, сейчас загрузится. Угу. Вот здесь мы выбираем, да, товары, которые нам необходимы. Можно выбрать все, начиная от туалетной бумаги, заканчивая и порошком, и электроникой, да, и техникой. При этом, когда мы отправляем товар в корзину, нам плюсуются бонусы магазина Беру. Да, если их у вас еще нет, то при покупке вы можете их получить. Видите, здесь есть Беру бонусы. Вот. Вам плюсуются бонусы. Плюсуется кэшбэк банковский, да, то есть это может быть спасибо Сбербанк, кэшбэк от Тинькофф, от Альфа-банка. И при этом плюсуется еще к вам в личный кабинет, приходит возврат денег от вашей покупки в виде кэшбэка, да, что очень приятно. Вот, и смотрите, что происходит дальше. Когда к нам пришел кэшбэк, куда мы его можем потратить? Он у вас накапливается в личном кабинете. Видно, да, вот подсчетом это вот идут сель-баллы. Один сель равен 1 рублю. Просто бонус. Это совершенно реальные деньги. Куда мы их можем... Сейчас загрузится заведение на земле. То есть это разные категории услуг. Это может быть и студия красоты, и фитнес-центры, и аптеки, и стоматологии. Это могут быть АЗС-заправки. Ну, в общем-то, совершенно разные виды услуг, разные центры, да, все заведения, у кого есть клиенты, все могут быть на нашей платформе, да, и давать вам свои услуги. Выбирая определенный вид услуг, это выберем, давайте выберем Сайгон. Это... Сайгон – это кафе, ресторан. Вьетнамский, да, его посетил. Вижу, что, пользуясь этим сервисом, там, помимо кэшбэка, здесь часы его работы, какой средний чек, да, и какой кэшбэк от среднего чека получит. Вот видите, с правой стороны стоит такой оранжевый апельсинчик. Это говорит о том, что я здесь могу
рассчитаться, на которые я получила при других покупках. Также я здесь могу прочитать, да, что мне предоставляет кафе-салон, кафе Сайгон, какая у них еда, да, какая скидка дополнительно дается. Отсюда же я могу позвонить, не выходя, могу позвонить, да, и меня выкинет, да, сразу номер телефона выходит, и я могу узнать дополнительную информацию, да, по доставке в данный момент, например. Отсюда же я могу проложить маршрут, и меня выкинет в Google навигатор, я могу проехать или пройти пешком, да, и мне сейчас это полностью информация предоставится. И также отсюда же, не выходя с приложения, я могу вызвать Яндекс.Такси. Вот. И при этом я еще хочу сказать, да, что вот накопившийся кэшбэк можно потратить еще на услуги Яндекс.Такси. И так как мы являемся корпоративными партнерами Яндекс.Такси, сейчас меня будет выкидывать Яндекс.Такси, сейчас вернемся назад, вываливаю туда определенное количество, сейчас, секунду, определенное количество, это минимум 2000 сельбаллов, да, или 2000 рублей, вот, и что позволяет мне, так, ну вот, что позволяет мне месяц ездить, кататься на такси. Да что такое? Так. Подождать. Интернет немножко подтупивает. Так, и смотрите. Сейчас вернемся к Яндекс.Такси, да, куда я, как сказала, мы можем потратить деньги, да. Вот, в Яндекс.Такси я могу закинуть 2000 сель. Да, и при расчете мобильном приложении Яндекс.Такси у меня будет выходить, помимо расчет налом без налом, будет выходить расчет с EL баллами за поездку. Если я не прокатала все баллы, у меня оставшаяся сумма возвращается на первое число личный профиль. Вот. И опять же я его своему накопившиеся CL баллы, да, или те же настоящие деньги. Я могу их перевести в моменте, то есть кому-то на счету, да, на счет, то есть у меня, например, сын, он тоже здесь в Ситилайфе. И если у него нет наличных денег, да, или закончились, я могу ему перевожу по номеру счета, в моменте он получает эти деньги, да, и рядом с училищем Чайковского он может сходить там, выпить кофе, перекусить бургерное, да, ну и сделать еще какие-то покупки. Я могу вывести на банковскую карту, то есть забивая полностью свою банковскую карту, да, от 1000 сель с процентом 3%, через 3 дня я получаю деньги на свою банковскую карту. Как я еще сказала, это еще раз подтверждение того, что эти деньги не просто бонусы, а реальные деньги. Я могу пополнить, да, но пополнение я практически никогда не делала, да, так как всегда просчитываю теми сельбаллами, которые у меня есть. Ну, есть история переводов, выводов, вот. Это вот все у вас находится именно здесь. Как мы, например, получаем, кэшбэк к нам приходит, да, от заведений. Ну, вот смотрите, вот я была в заведениях, да, вот видно заведение Lime, да, это небольшое кафе, где, например, я был потрачен чек 36 рублей, да, с 36 рублей я получила 1,8 рубля. Чек 171 рубль, 8,58. То есть все заведения, куда я хожу, да, где я делаю покупки, ко мне приходит в том же моменте сообщение, да, при расчете. Вот. Есть истории еще. Так, ой, не туда зашла. Так. И также с кем, куда еще мы можем потратить накопившийся кэшбэк. Накопившийся кэшбэк, да, я могу потратить на сотовую связь. У нас есть моя сотовая мобильная связь, которую мы можем оплачивать за кэшбэк и получать 4% кэшбэка. Представляете, по кроме вас, ваши друзья тоже будут пользоваться, будете получать. Что мы еще можем чем пользоваться? Мы можем пользоваться сайтом. Так, не выходит сейчас, секунду. Сайт Level Travel – это сайт путешествий, где мы
можем заказать путешествие без наценки оператора на 3 месяца и при поездке, да, через Level Travel. Видите, Level Travel нам дает кэшбэк 2,7%. То есть это приятно, да? Можно съездить, прилететь и получить кэшбэк еще от своей поездки. И он опять же к вам придет в личный кабинет, который вы можете или сходить в кафе, да, или заказать что-то домой. Ну, конечно, сейчас путешествия немножко отложены, но все равно этот момент в ожидании, этот момент очень приятный. Что еще у нас есть? У нас еще топливные карты к личному кабинету, да, что позволяет выплатить нефть, башнефти, да, и расплачиваться именно кэшбэком. То есть вы ее привязываете к профилю, к личному кабинету, и при на АЗС-заправке подаете именно топливную карту. Также у нас есть сертификаты. Так, сертификаты в разных заведениях, в разных магазинах. И я пользуюсь, ну, очень, где-то, наверное, с октября месяца про перекрестка. Мне это очень нравится, да, я могу за накопившиеся баллы купить сертификат, пойти в перекресток, сделать себе покупку и оплатить полностью накопившимся кэшбэком. Так. Сейчас выйду сертификаты. Вот видите, я думаю, эти магазины вам тоже известны. Озон, Летуаль, Ривгош, Спортмастер. Вот. Сейчас вам покажу, как я это делаю. Я куплю сразу сертификат, чтобы вы видели. Вот, я выбираю номинал, да, ну, например, номинал 500 рублей. Вот, я выбрала, сделаю получить, оплатить. Ко мне сейчас придет код. Я вбиваю код, да. Делаю подтвердить. Все, мой платеж успешно прошел. Я возвращаюсь в кабинет. Так, возвращаюсь опять в сертификаты. Ой. Секунду. Так, вот. Сертификаты. Теперь я нажимаю. Так, вот у меня вышел сертификат на 500 рублей. Иду в перекрёсток. Предоставлю вот так QR-код, меня рассчитают полностью по QR-коду. Но моя покупка должна быть ровно на 500 или чуть-чуть больше. Потому что у нас... Так, в общем-то, хотела бы еще сказать, да, что это очень удобно. Наша жизнь, да, может быть полностью через наше мобильное приложение. Не обязательно вытаскивать свою банковскую карту или наличные, да, а можно полностью пользоваться всем сервисом, делать все покупки, которые необходимы нам, да, полностью накопившись.
функция кэшбэка. И мне это очень нравится. Я знаю, что это нравится моим клиентам и моим партнерам. И эта идея мне, ну, скажем так, очень понравилась, и поэтому я здесь. И также хотела сказать еще, что мы интегрируемся совершенно в разные сферы, да, как так, как я сказала, что мы сотрудничаем помимо с предпринимателями, да, которые у нас здесь стоят на нашей платформе, мы сотрудничаем еще с корпоративными партнерами, и у нас много есть интересных кейсов. И об этих кейсах, да, если кому будет интересно, то вас человек, который ваш пригласил, он скинет вам дополнительную информацию. Но еще я хотела бы вам показать, у нас есть еще время, да, у нас сейчас вышел достаточно интересный и уникальный мессенджер. Ну, вы знаете, да, у всех у нас есть мессенджеры, мы пользуемся все WhatsApp, да, это мессенджер, мы пользуемся Telegram, это тоже мессенджер, и наш мессенджер это CityTalk. Он что сделал? Он объединил функции WhatsApp, объединил функции Telegram, да, что позволяет нам не только делать аудио, видео, звонки, отсылать сообщения, да, создавать свой канал. Это может, вот, например, у нас Артем, он пишет стихи, да, можно создать свой канал, и впоследствии вы можете пользоваться, ну, скажем так, на этом еще зарабатывать, да, как вот те, кто первые люди пришли в Instagram и сейчас имеют миллионов подписчиков. Также здесь создать свой канал, да, распространять информацию о себе, о том, чем вы занимаетесь, и быть интересными людьми. И крайняя кнопочка у нас есть здесь же в мессенджере. Это наше приложение, о котором я вам ранее рассказала. Здесь также интернет-покупки, заведения в городе, Яндекс.Такси, подарочные сертификаты, да, где только что я сделала покупку. Здесь также есть платежный код, по которому я рассчитываюсь, переводы, вывод на банковскую карту. Да, и еще очень уникальная программа у нас есть. Так как все-таки сарафанное радио работает на 200%, лучше, чем любая реклама, да, у нас здесь есть реферальная программа. То есть это пригласить друга и получить 300 рублей. И реферальная программа помогает нам, да, то есть имеет доход еще от своих же рекомендаций. Мы же все равно же каждый день кому-то что-то рекомендуем, да, но нам за это мало кто платит. А здесь также порекомендовать другу, попользоваться нашим сервисом, сделать покупки, сэкономить свой бюджет, да, можно воспользоваться нашей реферальной ссылкой. И еще хочу сказать, да, такой момент есть, что можно получать не только 300 рублей, а можно получать 800-900 рублей. И об этом тоже чуть-чуть попозже. И резюмируя все то, что я вам сказала, я думаю, ну, может быть, для начала кому-то это было непонятно, но главное понять идею, что, пользуясь единой картой, да, наш агрегатор позволяет пользоваться единой картой, одним мобильным приложением, и удобство заключается, что вы, делая покупки в любых магазинах, получая бонус в виде кэшбэка, можете накапливать его на едином счете, пользоваться, выводить на банковскую карту, получать кэшбэк по всей системе, переводить другу, пользоваться Яндексом, такси, сотовой связью и сайтом путешествий. И это очень классно. И так, смотрите, как я уже говорила про реферальную ссылку, да, вы можете, рекомендуя друзьям, получать еще 2,5% от друзей и от друзей ваших друзей. Ну, это малые проценты, да, но они приятные. Потому что, я думаю, ходя в другие, сейчас, когда вы ходите в магазины, мало ли кто вам возвращает деньги, тем более от покупок ваших друзей. Так, и я выхожу сейчас, да, возвращаюсь к вам. Так. Вот, ну, в общем-то, это вот все, что я хотела рассказать вам о нашем сервисе, нам как для потребителей, как для клиентов, да, что дает нам очень, ну, скажем так, не экономит не только наши деньги, да, экономит наше время, ну и дает нам привилегии и выгоды. Вот, если у кого-то есть вопросы, можно задать. Так, еще вот я хотела бы обратиться к тем, кто здесь новенькие люди. Да, если вам интересно, как здесь у нас все зарабатывать, потому что сэкономленные деньги – это заработанные деньги, можно обратиться к тому человеку, который вас позвал, и рассказать уже это совершенно на другой встрече, более досконально о том, как же здесь можно заработать и построить пассивный доход
от тех людей, которых вы будете приглашать в свою команду. Если у кого-то есть вопросы, я готова их выслушать и ответить на них. В общем, у нас золотая кнопка в телефоне. Да, у нас золотая кнопка, которая позволяет, ну я не знаю, это вообще просто... Первый век, я вообще я в шоке. Да, да. Так это для лентяев, сидишь дома, только тыкаешь, тыкаешь. Вот да? Как раз таки, прогресс, да, прогресс создают лентяи. Так что Ленин, да, это не, ну скажем так, кнопка. Ну, может быть, даже и хорошая штука, да. Я просто вообще в шоке, спасибо вам большое, мне такой... понравилось. И именно понравилось именно вот это ваше действие, которое показало на лицо. Спасибо. Действие. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо за обратную связь. Так, у кого-то есть еще какие-то вопросы? У меня вот вопрос. Там было во время покупки строка «Баллы временно недоступны или прекратился доступ». Бывают какие-то технические сбои, значит, да? А, возможно, да, да, да. Так как мы сейчас переходим полностью в сети ТО, поэтому моменты вот сбоев, они присутствуют. Но не переживайте, если что-то, можно позвонить в техподдержку. У нас есть служба техподдержки, которая всегда на связи и всегда нам ответит там, и поможет. Ага, там дословно было написано, временно приостановлены. То есть они не могут потеряться, они все равно придут. Нет, они все равно придут, да, это технические моменты. Как у погоды. Да, то да, ясно, да, да. То ну, все понятно. Это мелочи. Ну, мы надеемся, да, это мелочи, да, так как мы все-таки, мы не стартап, мы развиваемся, идем вперед, масштабируемся, да, и поэтому переход как раз-таки на CityTalk, вот, и могут быть такие нюансы. Но скоро приложение наше полностью уйдет, да, оно будет полностью в CityTalk, и мы будем пользоваться только через CityTalk. Нет, просто для тех людей, которые впервые сегодня узнают, видит это наглядно, и чтобы они в дальнейшем не были как бы, ну, в панике или в недовольстве какое-то, что это все бывает. Да. Да, да, да. Но это они бывает, теряют, поэтому... они придут. Да. Ну, Сбербанка тоже бывает. Обратиться к тому человеку, который вас пригласил, если вдруг что-то произошло, да, можно обратиться к вышестоящим людям, наставникам и партнерам, да, или в крайнем случае уже позвонить в техподдержку и выяснить причину. У нас там ребята всегда открыты, всегда помогут и ответят. Ирина, молодец, умница. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Спасибо за обратную связь. Очень благодарю вас. Спасибо. Так. Ребята, скажите, пожалуйста, у кого какие вопросы есть? Или дайте просто обратную связь хотя бы. Потому что, честно говоря, блин, вот больше переживала сейчас. Так провожу вообще спокойно, без проблем, особенно с холодными контактами. Вообще мне это как за здрасте. Сначала Ирина волновалась, а потом все хорошо, все пошло хорошо. Ну да, да, сначала разволновалась. Я говорю, на своих страшнее проводить, чем на приглашенных. Да. Лиха беда начала. Так хорошо понравилось. Молодец. Благодарю. Спасибо. Ну, обычно я еще спрашиваю в конце, да, то есть насколько, если оценивать презентацию по 10-бальной системе, насколько вам это понятно, насколько баллов. Ну, и люди отвечают обычно, да, что там на 5 или на 8 баллов, кому-то на 10. Вот, но я вижу, у нас здесь приглашенный Виктор, да? Виктор? Еще. А вы можете ответить, вы сразу зашли, насколько вам вообще понятно? Да все вы понятно. Как 8, ну на 10 баллов понятно. На 10 баллов, да, все понятно, ну отлично. Вы первый раз на презентации? Первый раз. Угу, ну очень хорошо. Карты у вас еще нету, да, ничего нету. Поэтому пока я бы нету. Пока нету. Угу. Ну а желание есть только за фракция? Есть большое желание. Алло. Большое желание есть. Зарегистрировать сегодня, взять карту, сделать покупку.
Да, сделать покупку и уже посмотреть, как это работает. Это интересно. Знаете, когда покупку делаете, кэшбэк приходит, прям ощущение такое, о, блин, классно. На самом деле это, блин, это все работает. Но вам интересно именно как клиенту или интересно еще более узнать, как здесь можно зарабатывать? Более как можно зарабатывать. Ну, тогда, я думаю, стоит встретиться, обратиться к тому человеку, который пригласил, и тогда отдельно уже поговорить, у нас есть тарифы, на каких тарифах, сколько можно зарабатывать, все зависит от вашего желания, то есть вы вот сами, например, сколько хотите, 50 тысяч зарабатывать, ну или, скажем так, свыше 300. Чем больше, тем лучше. Или в этом промежутке. Тем больше, тем лучше. Но это здорово, здорово. Так что желаю вам сегодня зарегистрироваться, да, прям купить карту Smart, попробовать покупку, сделать заказ. Сейчас у нас есть заказы, да, например, можно или вот через Сайгон заказать что-то, блюдо попробовать, да, или есть у нас еще Югославия, на Шартарском рынке, кстати, у нас есть очень хороший отдел рыбный, там можно купить свежую качественную рыбу и рассчитаться баллами. Но пока у вас нет, можно получить кэшбэк. Попробуйте, да, и соединитесь с тем человеком, который вас пригласил, и расскажем уже вам тарифы полностью, что и как. Еще да, вопросы есть у вас? У меня вопросов нет. Ну, мы уже договорились, как бы вечером встретимся и позвоним. Отлично. Вы, я думаю, что вы прям в нужное время и в нужном месте. Главное, чтобы было желание. Приходится крутиться. Приходится, говорю, крутиться. И да, попадать да. в нужное место. Да. Главное рассматривать возможности, а не отвергать их. Потому что очень много же людей отвергают, говорят, мы посидим ровно, посмотрим, что и как. А когда люди ищут возможности, не пропускают мимо, интересуются, главное, чтобы было любопытство, как у ребенка, да, узнать больше и понять, нужно это тебе или нет. Еще вопросы есть какие-то? Нет вопросов, почему? Ну, спасибо. Спасибо вам всем за обратную связь. Всего всем спасибо, хорошего. Ирина. Да. Удачи, удачи. Ирина, спасибо большое. Спасибо. До свидания всем. Пока-пока.